Есть смысл говорить, куда я иду? Вот и я думаю, что нет. Вот, сегодня пятница, завершающий день недели. Вот, затем два выходных. На выходных я планирую провести опыт, который я никогда не проводил. И тем более, до сих пор не верю, что может получиться дома как-то или еще. Так, машина не заводится. В чем дело? Опять в проводах? В прошлый раз было в проводах. Вот это да! Ёптвою. Блин, вот этого еще не хватало. Что-то моя машина начала ломаться. Ну, а что с ней делать? Смотреть, наверное. Еле-еле машина завелась. Какой-то черный выхлоп был из выхлопной трубы. Я не знаю, в чем суть здесь. Вообще, это поломка. И куда с этим идти? Но надо как-то разбираться, я пока не знаю как. Если она проедет до конца дня, то это хорошо. Что-то плохо она себя чувствовать стала. Свечи вроде поменял, высоковольтники поменял. Все вроде поменял, и что-то все равно не хватает. Может быть, масло уже пора поменять, может быть, там масло какое-то плохое. Но денег все равно нету, я его не смогу поменять. Вот. Ну сейчас пока еду, не знаю, вроде нормально. Ребят, нахожусь в Магните, тут вырубили свет везде. Люди не могут пообедать и вообще продавать нормально продукты, питание, алкоголь. Вот. Нахожусь, в общем, здесь караулю, когда включат электричество. Есть у меня вот такая приспособка, это не замерять, а смотреть, есть ли напряжение в проводах, в проводке, во всей розетке. Ну, такое. Пойду посмотрю. Стоит, значит, генератор вот такой. Подает электричество, так, на кассы. Ну и поломальчика, чтобы лампочки светили. Чтобы люди не спотыкались там. Оу, блин. Вот, собственно, как работает вот эта вот штука. Ничего нету. Вот здесь есть. Вот зашел в Dixie чайник вскипятить, потому что в Магните этот генератор не тянет. Ну что значит знакомство? Dixie. Все напряжение дали вроде как. Сейчас я еще раз для контроля померяю все. Ну что, ребята, все, электричество дали, генератор мы отключили, Магнит работает как и прежде, без всяких накладок, все четко. Вот время 4 часа уже вечера, 2 часа до окончания дня. Я сейчас поеду еще один магазик сделаю, и я думаю, что все. На выходных буду заниматься опять собой, то есть отдыхать,
Ну, конечно же, не отдыхать. Когда я могу отдыхать, когда я для вас тружусь? Нет, ребята, не буду отдыхать. Буду съемки. Съемки у меня будут. Так что ждите новых роликов, кто ждет. Кто не ждет, не ждите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так как вы находитесь на канале Валдиз Лайф, значит, что? Жизнь с Валдисом или Валдиса жизнь. Кто как переводит, кому как охота. Ну, собственно, все. Еду до следующего магаза. Вот я и дома, рабочий день мой закончился. Вот, сейчас буду готовиться на тренировочку. Сначала вот с ним погуляю, вот с этим вот, вот с этим собакой. Потом пойду потренируюсь, потом помоюсь и лягу спать. На самом деле нет. Потренируюсь, ну и что-нибудь, наверное, будем думать. Ух, сумасшедшие животные. Вот, спасибо, кисуля комп включила мне. Вот, и буду думать, как заснять для вас очень интересный ролик, эксперимент такой, некий. Вот купил две таких водички, минералочки, одна такая, другая вот так вот. Ну и дальше вы увидите. Так, друзья, тренировочка у меня сегодня опять отменилась. Завтра еду на гору, на Завьялик. Сейчас иду пешком за ботинками для сноуборда. Своих, потому что нету, доску только купил. Встретимся с парнишкой и пойдем пешком до гаража. Что за светит там? Взял пса с собой, чтобы он дома не скучал. Вот, идем. Ночь на дворе уже. Завтра сниму для вас один интересный опыт. Так, каску, бля, каску можно было взять. Ну, тащить. Часть, ебать. Че, нет ее? Ты наклеить хочешь камеру? Камеру. Ее надо обезжиривать тогда. Обезжиривать, краску сотрешь. А ну клеится. Да, там на камеру, на крепление есть штучка на двухстороннем скотче. Она у всех наклеена. Крепление это обезжиривается, скотч, да, ну, заебись клеит. Ну прикинь ты, блядь, на горе нахуй, ебешься, блядь. Так я тоже, как я не знаю, как это все. Все, блядь, на это. Нет, я видел шлемаки, у них вот здесь, короче, такая это, крепление, понял? Такой, типа, и они в него камеру вот эту ёбут вставляют. Бля, вот, так, что у нас хочет. Вот на горе будем, не знаю, посмотрим. Я вот видел, что он тоже наклеен у людей там. Ну, вот которые, видать, блядь, что-то я ему не пиздец. Я не кушаю, блядь. Не, я просто мог, ну просто нахуй сейчас тащить. Вот за этим я сюда и шел, в гараж в этот, по холодине. Не за этим? Нет, боты. Боты мне чисто надо было. Нагрел свою бороду. Ну, уже все. И попить надо что-нибудь. Просто. Ну, дома буду, наберу. Че, ты мухаешь один? Ну попробуй. Да вот сиди сюда. Одевай. Каску. Не, ему не пойдет. Ну все, ребятушки мои, я уже дома. Вот ем. Что? Что подают? Бутеры с колбасой, с мазиком. Студенческая закусочка. Извиняюсь. А, ну что, завтра поеду на Завьялиху кататься. Вот, ну а на сегодня день закончил свой таким положительным моментом, двумя бутербродами с майонезом. Дай бог, чтобы у каждого они всегда были дома. Майонез, колбаса и хлеб. Вот, ну вы были на канале Валдис Лайф. С вами был я, Валдис. Всем пока.